Привет, с вами Екатерина. По долгу службы я часто бываю на различных мероприятиях, так или иначе связанных с блокчейном и криптовалютами. Это часто полезные и представительные форумы, где можно найти самую разнообразную информацию по теме. Однако, чего точно мало, это развлекательной составляющей. При всей серьезности и сложности тематически подобных собраний, все же иногда душа и ум просят отдохновения. Граждане-криптовалютчики, где ваш креатив? На прошлой неделе съемочная группа «Криптостолицы», ну, разумеется, со мной во главе, посетила блокчейн Conference Moscow. Помимо традиционных интервью, взятых у видных спикеров и участников этого ивента, мы решили сделать подборку наиболее интересных перформансов и показать их в нашей новой рубрике «Crypto World Creative». Поехали! Я тут поймала двух замечательных майнерш. Расскажите, с какой вы компании, что вы делаете, добываете биткоины, что ли? Компания у нас майнинг ферма, ага. Получается поставка оборудования и все в этом стиле. Ага. То есть, расскажите о элементах декора своего наряда, что на вас надето? Ну, очевидно, каска. Каска. Лопатка. Чтобы не упала. Так, лопатка. Ну и, конечно, копаете. Да, криптовалюта, которую добываем. Так, это вы добываете, значит, лайткоин, а здесь вы добываете биткоин. Биткоин. Ага. А как вы, то есть вы поодиночке добываете, вы биткоин, а вы лайткоин? А потом мы объединяемся. А потом вы объединяете, да, да, все скидываете на этот кошелек, да? Да? А вам удобно в таких нарядах добывать криптовалюту? На самом деле, очень, мне кажется, креативно. Да. А главное, согласительно. Никто не уйдет, не проникшись вот именно вот этой, знаете. Даже кто на этой выставке не за этим, они все равно подходят и говорят, ваша каска притягивает. Ваша каска притягивает, и ваша тоже притягивает. Старались. Да. Я только что наткнулась на стенд с игрушечными майнерами. Я не могла пройти мимо. Давайте посмотрим на них. Всем добрый день, друзья. Меня зовут Сваричевский Андрей. Мы разрабатываем мобильные решения для организации промышленного майнинга. Данный стенд у нас рассчитан на максимальный размер, приближенный к реалистичному. Вот, собственно говоря, вы правильно заметили, у нас тут только не хватает Барби и Кена, которые бы ходили и обслуживали бы эти майнеры. Хочу такой же мини-образец и хочу Барби поставить. Вы мне за сколько его отдадите? Вам нужно с майнерами Барби? Да, мне просто, понимаете, у меня была в детстве мечта. Я хотела для Барби купить все. И вот у моей Барби не было разве что только оборудование для майнинга. Все, мы вам подарим такое. Да, да, обязательно подарите прям, серьезно. Здесь можно посмотреть на наши миниатюрные майнеры, пощупать, потрогать, крутятся вентиляторы, работает вентиляционная секция, клапаны, и мы максимально приблизили наш демонстрационный вариант к реалистичному. А что-нибудь еще там интересного? Ну, может быть, с другой стороны, там какие-нибудь особенности? А можно ли смоделировать пожар или, не знаю, там что-нибудь? Пожар, грозу, бурю. Да, да. Да, можно. Это вы когда к нам придете, мы уже по месту все смоделируем. Не, а брызги в лицо, пожар. А сейчас нельзя, нет? Нет, сейчас нельзя. Сейчас у нас только есть огнетушитель. Ну, давайте сделаем пожар, его потушим. Он не настоящий. А чё же вы как все не майните? Там вообще не майните. У нас тоже эти майнеры, они сейчас майнят. Они майнят? Да, вы тут рядом не стойте, чтобы вас не засосало вот сюда. А как же вы работаете с таким опасным оборудованием, миниатюре? Мы не боимся опасности, честно говоря. Вы супергерой нашего времени, да? У меня папа работает в МЧС и научил меня не бояться ничего. Ага. И после этого вы стали заниматься оборудованием для майнинга, да? Мой папа вынес из пожара майнеры, и после этого я стал заниматься майнингом. Друзья, у нас такие бравые, замечательные мужчины на блокчейн Conference Moscow, так что приходите и убедитесь. Я поймала двух золотых рыбок в своей сети. Рыбки, расскажите, что у вас за компания? Сервис под ключ. Динамический пул. А компания называется? А кто-то сказал, что Акрон дает? Дает? Никто не говорит. Молодой человек дает. Акрон это он. Соответственно, Акрон дает, все правильно. Ага. Товарищ Акрон, расскажите, а вы где таких красивых девушек взяли? Как они пошли к вам вообще? Мы провели большую работу по красивым девушкам, перебрали вообще всех в Москве, самых красивых. Одна вы остались.
Давайте вы своими словами расскажете, что на девочках одето, да, по-умному. Вот это интересно было. По-умному девочки – это на самом деле та золотая криптовалюта, которая может быть заработана, и, естественно, с нашими логотипами. Они носят патронтаж, в которых есть флешки, являются патронами, которыми мы стреляем. Желаю процветания вашему Акрон-бизнесу. Итак, мы убедились, что все эти серьезные бизнес-дяди и тети иногда способны выдать что-то любопытное. Нет, до настоящего шоу это пока еще не дотягивает, но все же глазу есть за что зацепиться. А вам какой из трех перформансов понравился больше? Пишите в комментариях, а также не забудьте поставить лайк, поскольку наш перформанс всегда на высоте. До встречи!